Всем привет! Сегодня на операционный стол попался пылесос Philips 1800 ватт. Что у нас тут? Модель FS8608. Короче, проблема. Так его располовинили. Ничего я в интернете не нашел, кроме одного видосика, где человек, ну, проблема, короче, смотрите, вот регулятор оборотов, который не дает снять вот эту декоративную площадочку, чтобы добраться до болтов. Его рекомендация, единственное, что я нашел, это делать отверстие вот здесь, и там находится два лепестковых таких контакта пластмассовый. Я сделал, только владелец канала там восьмерку фигарит, но я четверочку сделал. Вот, хочу вас предостеречь от того, чтобы вы сильно не нажимали на лепестки, потому что я нажал и один вломился внутрь. Вот так вот. Вот такая беда. Ну вот, этот декор мы вытягиваем. Да, блин. Так Philips придумал какой-то ремонтноспособный аппарат. Вот открывается доступ к болту, который будет крепить вот этот декор, вставку. И тогда еще будет доступ к основным болтам, и тогда он располовинится. Ну вот такая чуть-чуть неудачная ремонт, но я думаю, ничего. Короче, ребятки, сильно не нажимайте. И все у вас получится. Всем пока.